Сегодня 5 августа. Мы в Токио. Вот в таком шикарном отельчике мы жили. Типичная комната, небольшая, но очень было нам уютно. Здесь кондиционер. Кондиционер работает. Вот такой очиститель воздуха в каждом номере. Вот кондиционер. И, конечно же, мы в Японии, поэтому умный унитаз. Вот, смотрите, какая система. Очень приятная. Тут вот, пожалуйста, вам и душ, и биде. Всякие функции, с этим не разбирались. Друзья, я нахожусь в общественном туалете города Токио. Смотрите, какой тут большой зал. Самое главное, что здесь умные унитазы, как и везде. В общественных местах в Японии. Друзья, эта запись уникальная. Извините, но я сейчас нахожусь на унитазе. Вот. Идет подмывание. Еще есть музыка. Музыку можно выключить. Тогда будет тихое подмывание. Стоп. И теперь, извините.